Привет, друзья! Я нахожусь на конференции Wow Summit в Дубае. Тут много русских. И так как мы все с вами понимаем русский, давайте подойдем к ним ко всем и пообщаемся. Мы можем залистить проект на условиях более выгодные, чем официальные. То есть мы упрощаем. А еще у вас есть шоколадки, да? Да, у нас есть вкусные шоколадки. Ребята, шоколадки. Бесплатные биткоины, пожалуйста. Скажите, а вам нравится в Дубае? Вы первый раз здесь или вы здесь живете? Нет, живем мы в Питере. Я лично первый раз приехал в Дубай. Конечно, контраст погоды с питерской достаточно серьезный, поэтому здесь достаточно жарко, но приятно находиться. Вы относитесь себя к криптону? Я интересуюсь этой темой, в принципе. Вы как криптон хотели бы переехать в Дубай? Я бы как криптон, безусловно, хотел бы переехать в Дубай, потому что здесь очень большое количество интересных людей, но как человек нет, потому что здесь невозможно находиться. Жарко? Да, очень. Роман, откуда у вас столько бейджев? Это все ваши, да? Да. Роман, скажите, а вы криптон? Криптон. Криптон вы, да? Криптон, да. Живете в России или живете в Дубае? Где вы живете? Я живу во всем мире, если так сказать. Хотели бы вы переехать в Дубай? Видите перспективу в Дубае для криптонов? Для криптонов, да, я вижу. Во-первых, это отдельная экономическая зона для криптонов. Это очень большой плюс. В целом мне нравится, как в Дубае ведут бизнес. То есть они делают все для того, чтобы привлечь инвестиции и бизнес в страну. Вы переедете в Дубай? Честно, климат не очень подходит, очень жарко. А так, в целом, был бы климат помягче, с удовольствием. Вы хотели в Дубай переехать? Хотела бы, но тут слишком жарко, очень жарко. Здрасте. Скажите, вы криптоны? Нет, мы не криптоны, мы криптофонды. Да. Криптофонды, криптоэнтузиасты. Это серьезно, да? Где вы живете? Давайте с этого начнем. У криптонов, вот Кирилл скажет. Живу в Дубае и в Лос-Анджелесе. А вы? Живу в Грузии, в Тбилиси, в Дубае и в Киеве. Видите ли вы перспективы развития Дубая для криптонов? Но я так понимаю, это вам надо... Вы уже переехали, а вы еще нет. Я думаю хотя бы на зиму. Думаю, на зиму. На зиму? Да. Летом боитесь, да? Нет, потому что, ну, как я говорю... В Грузии же тоже жарко. Я занимаюсь также операционным бизнесом, поэтому мне надо часто уезжать, приезжать. Как бы наш главный офис, он находится в Грузии, где сидят люди и работают руками. А вы давно живете в Дубае? Полгода. И как? Нормально. На лето уезжаем в Америку. Слушайте, скажите, вы криптон? Да. Чем вы занимаетесь из крипты? С 2011 года я, собственно говоря, заинтересовался биткоином и 9 лет отработал в Bitfury как Chief Information Officer. А сейчас? Сейчас ушел из Bitfury, занимаюсь своим бизнесом. Вы живете в какой стране? Сейчас на Кипре. Хотела вас спросить про то, как криптоны относятся к Дубаю, как вы конкретно относитесь к Дубаю, хотели бы вы жить в Дубае? Мне кажется, это хорошая локация, и то, что они делают для того, чтобы привлечь новых инвесторов и криптоиндустрию, и в том числе криптоиндустрия, это же не только деньги, это еще и технологии, это инженеры. Это достойно похвал, да. Но вы не живете в Дубае, вы живете на Кипре. Ну, у меня другой бизнес, мне нужно летать, и сейчас мне нужно находиться на Кипре. Но я подумаю, что, может, со временем я приеду из Дубая. Скажите, из какой вы страны? Из Украины. Из Украины. Из Украины. Вы живете в Украине? Мы живем сейчас на Кипре. Да что ж такое еще один на Кипре? Компания у нас основана в Эстонии. Живем мы на Кипре. Понятно. Скажите, вам нравится в Дубае? Вы бы хотели здесь жить, как криптоны? Возможно, периодами. Долгосрок нет. Что здесь хорошего для криптонов, в принципе, есть в Дубае здесь? Рынок, возможности, клиенты. Очень много людей интересуются сервисами. Ну, есть заинтересованность. Вот весь рынок сразу чувствуется. Видишь, ну, ближайший видишь, что тут есть рынок, который заинтересован в услугах. Ну, вы бы только временами. Почему временами? Очень жарко. Не, ну, вы говорите, чтобы жить. Очень жарко, 6 месяцев невозможно находиться. Да. А вы прям трушные криптоны настоящие, да? Конечно. Самый тупой карандаш лучше, чем самый острый ум, потому что можно все забыть, а если ты запишешь, то ты запишешь, и больше это использовать. Поэтому дарим людям карандашики, чтобы люди записывали ту информацию, которую не получают. Вот такие брендовые фирменные карандаши. Здравствуйте, вы криптоны? Тут рядом стоим. Может быть, да. Откуда вы приехали на саммит? Украина. Я из Москвы. Скажите, а вы бы хотели жить в Дубае? Нет. Почему? Души нету Дубая. Но все же криптоны хотят жить в Дубае. Тут отличная политика налоговая и всяческая. Нет, у нас есть офис в Дубае, как бы кто-то живет в Дубае, но с точки зрения личных каких-то качеств Дубая, ну, мне интересно жить в Дубае. Настоящий криптан? Я? Нет, вы что? Не, ну давайте как есть. Вы криптан? Ну, конечно, я криптан. Скажите, а вы где живете, где базируетесь? Сейчас в Дубае, а так у нас World Vibe.
чем вам нравится Дубай? Почему Дубай крутое место для криптона? Ну, я уже сомневаюсь, что Дубай крутое место для криптона. Дубай шикарное место для нетворкинга. Но с точки зрения крипты, это, наверное, не самое лучшее место. Почему? Ну, на самом деле, очень много бесполезных контактов, которые, ну, скажем так, все здесь пытаются друг другу что-то продать, но продать не свои услуги, а продать услуги уже третьих лиц. Поэтому все самые большие посредники в этом мире собрались уже, наверное, в этой городе. Понятненько. Ну, это такой небольшой фидбэк. Я думаю, ложка дегтя. Ну, вы же здесь живете, вы не собираетесь уезжать, вам здесь нравится? Ну, мы выстраиваем здесь Investor Relation Office нашей компании. И с точки зрения взаимоотношений с family офисами, с точки зрения взаимоотношений со стратегическими партнерами, я думаю, это неплохое место. Но с точки зрения именно запуска криптопроектов, то есть мы сюда приехали после того, как запустили свой проект, и после того, как мы его разработали, именно с точки зрения вырабатывать партнерство и взаимоотношения не только с криптофондами, но и с классическими family офисами, с классическими пулами. И для нас целевая аудитория – это не только крипто. То есть у нас есть несколько офисов в разных странах. У нас в Питере операционный офис, у нас в Харькове офис разработки, а в Дубае именно офис Investor Relation. А начали вы из какой страны? Из России. Ну, отличное место, чтобы начать. Здравствуйте, скажите, вы криптан? Wannabe. Окей. Ну и что же вы думаете о Дубае? Откуда вы вообще и чем вы конкретно в крипте занимаетесь? Я считаю, что это место абсолютно не предназначено для того, чтобы в нем жить, только чтобы зарабатывать деньги. Я из Киева, проект Blockster. Ну да, мы сюда приехали в основном за контактами, партнерская программа и так далее. Было понятно, что есть какие-то реально крутые возможности, вы переехали? Несмотря на сколько, год максимум, может быть. Но здесь ужасно. Почему ужасно? Климат. Не нравится, да? Да. Мне нравится, когда холодно зимой, жарко летом, а осенью офигенно грустно. Привет, ты криптан? Да, получается. Что ты думаешь о жизни в Дубае? Ты бы хотел тут жить? Почему бы и нет? Но, наверное, наездами. А почему не постоянно? Ну, я в Непале хочу еще пожить. Расу попить там, вот это все дела. А сейчас ты где живешь? В Москве? Москва, Питер, Дубай. Правда, что Дубай – это самое лучшее место для криптонов? После московских коленок, да.